Денис – сын свахи Розы Сибитовой. Помогает ей в семейном бизнесе. Заканчивает университет. Три ключа есть. Какие? От квартиры, от машины, от офиса. И готовы делиться. Готов, да. Прописать как? Я все разные вопросы задаю. Готовы прописать приезжую? Если, как бы, я буду любить, и меня будут любить, то да, почему нет? Мама должна проживать свою собственную жизнь, а вы свою. Ходите в магазин один и навещайте маму, никто не говорит. Иногда можете даже с ней выпить чашку кофе, но редко, иногда. Вы даже сейчас сидите с нами разговариваете, но на маму все время коситесь. Почему? Почему? А ты не допускаешь, что он меня просто любит? Любит, вот молодец. Сына. А твои дети татарский язык знают? К сожалению, нет. Я почему еще хочу, чтобы невестка у меня язык знала, чтобы внуки тоже говорили. Практики теряются. Мордовия минен туган жирем. Созлоб киткен иген карларын. Шельтрепала сура сулары. Гурланып беген эйтемен. Кая барып, кая ерсен дамен. Туган якны сағынып кайтамын. Спасибо. Тяжело, наверное, да, одной стриме? Ну, тяжело, но мои дети, я смотрю на них, я ради них готова на все. Отжать также у нас квартирку, как вы у своего бывшего отжали. Ну, вас мама научила ухаживать за мужчиной? Я думаю, да, научила, потому что и мама, и бабушка, я всегда видела, как женщины относятся к мужчинам. Кариночка, под джинсы какого цвета носки надо одевать? Под джинсы, смотря какой оттенок, но я предпочту предложить черные и максимально высокую обувь, чтобы не выглядывал носок. Молодец. Вот, мне кажется, сегодня такая показательная программа, что благие намерения Розы устроить жизнь своей дочери, своего сына, не приводят к твоему результату, который бы хотела ты. Дай проживать им свою собственную жизнь.